Road News. Самые динамичные новости. В текущих условиях мы понимаем, что приоритетом становится выполнение обязательств перед клиентами. Ассоциация РУАД ведет переговоры как с производителями, так и с дистрибьюторами по разъяснению ситуации и алгоритму работы с дилерской сетью. А также ведется диалог с различными государственными органами по составлению перечня мер поддержки отрасли. Мы будем информировать вас при получении официальных ответов на наши обращения. А сейчас коротко о новостях. В феврале российский авторынок вышел на третье место в Европе с результатом 114 349 проданных новых автомобилей. На первом месте рейтинга обосновалась Германия, а на втором – Франция. Четвертое и пятое место заняли Италия и Испания. По данным аналитического агентства «Автостат», на территории Российской Федерации числится 45,5 миллионов легковых автомобилей. Как отмечают эксперты, самой распространенной маркой легкового автопарка по-прежнему остается отечественная «Лада», на долю которой приходится почти 30%. И, судя по всему, в 2022 году российский производитель укрепит свои позиции. АвтоВАЗ определил график работы на 11-ю календарную неделю с 14 по 18 марта 2022 года. К примеру, линия Гранта будет работать 16, 17 и 18 числа на полной скорости в две смены, а далее последует простой. Также завод «Лада Ижевск» продолжит мероприятия по запуску проекта «Веста» нового поколения. Между тем, АвтоВАЗ объявил о рекордном повышении розничных цен на все модели «Лада». Прибавка составила от 83 тысяч до 247 тысяч рублей. Несмотря на все проблемы и тяжелые дни, РУАД Академия продолжает свою работу. Для большинства автолюбителей России поддержка хорошего состояния автомобиля выходит на первый план. Следующий дискуссионный клуб Академии будет посвящен нюансам послепродажного обслуживания автомобилей. Данная встреча будет интересна руководителям сервисов дилерских центров и сотрудникам малярно-кузовного цеха. Мы напоминаем, что дискуссионные клубы Академии РУАД – это живое общение в онлайн и офлайн формате, где гости могут обсудить интересные кейсы из практики, тренды и перспективы дилерского бизнеса, поделиться цифрами и наработками. Участие абсолютно бесплатно для всех членов РУАД. Зарегистрироваться на предстоящее мероприятие можно на сайте Академии РУАД. Road News. Самые динамичные новости.